Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутен Паута. Недавно я смотрел прикольные челленджи от летсплейщиков, от всяких ютуберов, которые были в 2014 году. Да что ты, падла! Я принимаю твой вызов, Морган, а сам хочу кинуть его помидорке за решеткой, Элисон Роуз и Джесусу Абегейн. Вот так. Фух, страшно как-то. Люди что, с ума что ли посходили? Очень надеюсь, что мне никто челлендж не кинет. Ведь я не показываю лицо. Минуточку. Не понял. Что это? О, нет, нет. Только не говорите, что это мне. Помидорки за решеткой, ага. Элисон Роуз и... Нет, Джесус, нет, а нет, вы... только не это, нет, нет, за что? Ну, пожалуйста. Скажи, что это шутка! Здорово, братюни, с вами Серж. Что, и ты это туда же, что ли? Который мне кинул Метагейм. Следующими чуваками, которые нет, будут пожалуйста, вливать себя холодной водой, тебя. Пускай ну, будут... Ты-то хотя бы не делай. Да ты, я дед, а за что вы так со мной? Что я вам сделал? И даже не думай, то, что ты мне сможешь сделать этот челлендж. Даже не пробуй его сейчас вот мне написать, бросить вызов. Потому что перед выполнением этого челленджа ты должен сам этот челлендж сделать, а потом назвать троих людей, к которым это относится. И было это очень давно. Моего канала еще в это время не существовало, в 2014 году. Поэтому... Ну что сказать, мне это делать не нужно. Еще хочу тебе сказать, да, мне очень жаль то, что я уже не смогу так часто выпускать ролики, но я буду пытаться, потому что сейчас уже началась новая третья четверть, но у меня, я же школьник, да, не буду скрывать. Поэтому я не могу так часто тебе снимать. Но, надеюсь, ты будешь все-таки поддерживать меня лайками и ждать новых серий. И спасибо, кстати, за поддержку. Я очень рад, что вы меня поддерживаете своими лайками, комментариями. Ну и активностью. Активность — это самое важное. Ну что ж, а мы продолжаем Just Cause 3. И мы должны были с тобой вот пройти эту миссию, но пока мы ее пройти не можем, нам надо взорвать тут пару фигни всякой. Где мы, кстати, находимся? Мы находимся тут. Нам надо... Давай эту, что ли, пока освободим. Лакос. Освободить-то надо нам с тобой. Рико, пора освободить центральную командную базу в Сималион. Центральную командную базу мы с тобой позже освободим. Нам надо все провинции зачистить, чтобы нам эту миссию открыли. А пока мы это с тобой не можем, как говорится. Давай. Машина четкая, люблю такие. Space раз 30 парашют, а ручной тормоз, говоришь, это в занос, да, зайти? Ёб твою мать, ты куда хоть? Пизда, где дерево? Нету дерева, блядь. Так, давай дальше едем. Ух, блядь, как прёт-то, давай. На машине кататься намного веселее. Бля, да бля.
ебать занесло, нахуй. Давай. Пойди. Красава. Пошел. Я так скоро овладею техникой дрифта. Это не точно. Назад. Еще назад. Давай, поехала. Вот именно, почему бы нам до туда не доехать? Зафиг нам страдать фигней, как я хотел сказать. Че, Марио? Не, мне показалось. Мы сейчас доедем. Все у нас будет хорошо. Давай вот сейчас вот берем вообще здоровую скорость с тобой. Чтобы бить рекорд. Ух, как прям-то. Давай, уже немножко осталось, ёб твою мать. Красотища какая. Пизда машине. Дребезги её чисто так. Эта машина сделает добро. Транспорт, вылези из него нахрен. Почему я не смог сделать эпично? Я же хотел всего лишь вот снести этот поганый плакат. Все, нету рекламного щита, да. Вот так. Так, ну и с чего бы мне начать полицейский участок? Что ж, приступим. Ну давай. Капут тебе, братан. Зарыть. Здорово. Ребятня. О, подкрепление, да? Типично. А для меня что не откроете? Жалко. На нафиг. Больше ничего делать не надо. Чё ж у вас столько-то, а? Ловите маслина. Ооо, жестоко-то как. Братан, тебя прям ногами прищемило. Сочувствую. Давай я тебя вытащу. Там на заднем плане. Ё-моё. Аж заправка взорвалась, как я хотел его вытащить. Это пипец какой-то. Так вон моя машина, это же моя машина. Нет, это не моя машина. А тебя ликвидировать. Ну иди сюда. Капитан, ты сдох. Никаких подкреплений. Ты там где? Здравствуйте. В области обнаружен враг. Всем бойцам, вот. Заложить блин, обстановку. Ты чё? Бля. Да чё ты как бухай тут шарах, мать. Давай. Цепить тросы. Заебало его. Вот так. Ставь его. Ну чё, охренели, мужики? Вы все на меня, да? Да не успел ты, засранец.
Задолбали подкрепление вызывать шиз. Взорвите сюда. Так, отлично. Вы чё? Сдурели? Как будто по бабке стреляю, бабка сдохла. От взрыва. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Вот иди ты нафиг со своим подкреплением. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Не отвечайте. Каждый день мы работаем над укреплением. Ты откуда ты взялся? Атакована цель. Всем бойцам собраться по координатам. Как он успел? Как он успел? Это же нереально. Ну, стреляй. Динамик минус. Минус динамик. Что тут еще? Вон еще динамик. Мы его потеряли. Динамики — это самое простое. Что тут можно найти? Так, вон там щит вижу. Давай пока щит. Пока есть возможность. Так, чтобы сломать щит, что нам нужно? Правильно. Отмотать его. Нету щита. Слышь. Теперь его... А, его уже нет, шикарно. Так, я его просто расчленить хотел. О, Хитман. Ты ли это? Не, это не Хитман. Так, давай, погнали. Где у меня еще осталось? Оу, вау, 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 вау. Эх, Рик, это было фигово с той стороны. Мужик, вот дай угадай, ты сейчас вызовешь подкрепление, да? Слава революции! А, за революцию, да? Чё-то не верится. За революцию. Ну и гранат где? Нет, гранат, да, говоришь. Проектор. Беги, революция! Вот фиг вы чё вызовете. Блять, а ты откуда тут взялся? Сообщение о нападении в области. Всем бойцам собраться на точке. Пипец какой-то. Давай еще посмотрим. Если лететь вперед, то там рекламный щит. Немедленно давай. Найдите мятежника. А, вот он. Не я дайте увижу, ему сбежать. Да. Отлично. Вот ты нагло, вот сейчас на тебе. Так, потом я лечу сюда, тут я нахожу динамик. Принял. Я их уже вижу. Отправляю подкрепление. Так, я открою порошку. Так, а теперь он ту машину ёбнет. Эй, ты! Слезай с моего фургона! Здорово. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Ха-ха, нихера себе, музон. Сука, ебай, я его даже что-то уничтожать не захотелось, хотя надо. Давай, убить.
Я ебал. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. Давай еще послушаем. Вот пока цель скрывается, давай не будем погонщиться, у тебя так мы его успеем разъебать. Хотя мужики не хотят ждать. Ладно, разъебем сейчас, давай. Визуальный контакт потерян. Бля. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Отлично. Так, ты ж собака, чё, охренелся? Внимание всем постам. Восстановить контакт. Давай, с пошел. Целью. О, фонари аж сносишь, жирный какой стал, дождь. Давай, поехали. Все, завершили. Визуальный контакт потерян. Дай мне всем поставь. Вот такие штуки. Рассредоточиться и начать поиск. Они заряжают во время разгон машины, а потом взрываются. Не знаю, задумываю. Сколько у нас там времени? 11:13. Нормально, целую эту провинцию целую. Лакос. Надо тогда сюда сейчас летать. Сходить. Без разницы куда. Добавить маршрут к гаражу. Ты где гараж? Дай-ка мне датчики. Фантастика! Нам только что сообщили. Датчиков-то нет, блин. Что Рико выбил силы МДР из Форталессы. Круто. Транспорт водный. Не водный. Назад. Карта. Склад. Вертолеты. Слава революции! Ура, друзья! У меня маячок есть, неужели? Давай, вертолет мне. Вот он мой красивенький, прилетел, точнее, грохнулся из какой-то коробки, непонятно. Полетели. Зачищать невинные земли от правительства Диравелла, Рафаэлла. Так. Тут у нас чистенько, да? Я тут вроде все грохнул. Сейчас он туда слетает, что там посмотреть надо. Да? Пониже возьмем. Еще выше, еще. Ой, тьфу, выше. Ниже. Еще ниже давай. Так, отлично, пролетел. Ой. Я и так сяду. Только вертушку, пожалуйста, мою. Оставьте на месте, она мне нужна очень.
будут неприятности. Приземлись ты уже сюда. Я люблю неприятности. Этому пизды дай. Запрашиваю поддержку. Какой ты запросишь? Обнаружены повстанцы. Немедленно направиться по этим вот что за пипец. Я же вроде успел, а вроде не успел. Ладно, никакая разница. Для вас задница только начинается, уроды. Вы где? Все. А ты-то чё? Говорит центр. К вам направлено подкрепление. Вы ещё не все подыхаете. Так, ну-ка. Бочка раз. Бочка два. Взорви нахуй все. Откройся. О, как. Бля. Нет, мужики, силы. Не надо. Уничтожьте цель. Я живой хочу быть. Говорит центр, ваш запрос получен. Подкрепление уже. Ух, нихера ты мощно летишь, а ты уверен, то, что ты долетишь? Хотя с тобой. Бля. Внимание! Направляют танки к точке столкновения. Тебя подбились. Бля. Ой, танк! Вы ёбу дали. Стопэ, я ещё лакос. Абрикос. Зачищаю. Не надо на меня танк слать. Направляю танковую поддержку. Бля. Сука, ну не люблю воду грохать. Вы же знаете. Начинаем поисковую операцию. Найти цель. Блять, можно скорее. Ты, сука, ты же успел. Так, давай. Аллах Акбар. Ну. Ес. Магни, это место гораздо симпатичнее. Прием. Есть там кто-нибудь живой? Конечно, нету. Кого осталось? Эту хер я зачистил. Давай сюда. Пройдем с тобой. Посмотрим, что там у нас. Так, время 19 минут, давай. На взлет. Хорошо. Ё-моё, чуть-чуть, не надо. Не надо так. А то жопа будет. А, бля, ты чё? Сука, я вертолет просрал. Ведь я просто нажал, типа... есть маячки. Сколько штук бери. Какой плюс один? Их тут целых... Дохрена было. Здорово, мужики. Ника, как ты вырос. Да. Так. Тут по-любому что-то есть. СТП. Тут проверим, что. Что тут? Втяни, не надо сюда. Рано. Давай-ка вот сюда сходим. Вот тут точно что-то есть. Рико, я знал твоего отца. Он бы гордился. Так, давай. Пешком дойдем. Мы же с тобой прекрасно знаем. Тебе зачем там это пешком? Ребятня, привет. Транспорт. Вертолеты. Обычный вертолет. Тут я в дребезги, да? Давай, вот. Сейчас прямо на вас. Вертушку.
Так. Ой. Беленький, красивенький. Полетели. На персональном вертолете. Сейчас долетим. Ух. Что-то я как пьяный управляю. Давай еще возьми, еще бери. Так, во. Пошла жара, давай летим. Сейчас до тут долетим и все, начинаем зачистку, я думаю, надеюсь. Блядь, стой. Хватай. Садись. Не бросай вертолет. Пиздец. Я привык, то, что на пытом стоит. Немедленно покинь территорию. А, ну привет за приятную зону. Я как раз к тебе лечу. О, здрасте. Меня тут нет. Меня тут совсем нет. Хоть, кстати, тут вышка горит. Так, где там еще было? О-о-о-о. Тише, парни, тише. Где оружие нашел? Патроны. Так, взломать. Отличный взлом идет у нас. Просто суперский. Так, погоди. Пушку. Так, вот там еще какая-то фигня. Копыт еще такой же, моя штука. Пизда вам, уроды. Кто еще? Кто больше не хочет, а? А вот очень зря никто больше-то и не хочет. Так. Вроде... нету ничего. Стопы, вон человек. Где человека? Что ж вот так много? Бом-бом. Так, ну конечно же у нас все внизу и придут, да? На. О, ну все, парни. Эта игра не для вас. Сюда все по-другому нахуй. Давай. Разноси. Я поехал. Так, отлично, прям в цель. Тут штуку не будем. Не зря я промахнулся. Эта штука нам с тобой полезна. Давай. Взломаем ее. Так, все. Тебя активировать не надо, да? Давай, не гори ты тут там. Поехали дальше разносить. Давай еще взрыв. Еще. Так. Машина нахрен. Это нахрен. Все нахрен. Thank you.
повыше. Сюда возьми. Взорви. Так, пока все идет супер просто. Трансформатор взорвали. А может и не весь. Так, ну-ка. Нам еще немножко осталось. А ну вон. Здорово, мужики. Как же я хорош. Отлично. Ну и где вы? Че я зачистил? А вот именно, еще ни хрена не зачистил. Все-таки вот тут у нас с тобой что-то есть. Сейчас мы это проверим. Времени у нас, в принципе, хватает проверить, ну, надеюсь. Склад повстанцев, транспорт, вертолеты. Блин, ох, дело. Транспорт, мотоциклы, вон ретро-машины. Вертолеты, военный транспорт. Блин, ну, брать только пешком, к сожалению. Приветствую! Министерство военного здравоохранения обнаружило черную плесень в вентиляции базы Сима-Леон. Было принято решение уничтожить весь комплекс целиком, чтобы предотвратить распространение заразы. Эта плесень может быть очень опасна. Приятно видеть, как в нашей стране растут все новые и новые грандиозные проекты. Приятно ведь? Вива Медичи! Да. Вот они врать, конечно, мастера. Плесень их там выросла. И чё тут? Это точно по адресу. Странно. Давай осмотримся. Может, там чё? Провинция Байя уже. А мне Лакос нужен. Так, это Байя зачищенная. Короче, дорогой друг, я попробую до следующей серии найти и зачистить места, которые мы с тобой не нашли. А пока подписывайся на канал, ставь лайки, желаю тебе удачи во всем, удачного тебе сегодня дня. Спасибо за то, что просмотрел данный видеоролик, мне очень приятно. Ну что ж, всем удачи, всем пока.